чуть поднимаемся. А я все время думал, для чего они стучат этим кулашкам? Это пробоины, просто шишки, надо осаживать, иначе я, ну, как сказать, металл зажатый получается. То есть мы его расслабляем этим образом. Угу. Вот сейчас отрывается, и хорошо, если бы не отрывался, я бы сейчас его начал смачивать, потому что уже тут можно надавить шишку в обратную сторону, то есть, я извиняюсь, сиську можно выдернуть. Это, ну, тоже да, нехорошо. А как сажать потом, интересно? Вот мне всегда интересно было, а куда девается растянутый металл? Вот в реале, куда он девается? Ром, я года 3 назад, вот, когда начинал, вот то же самое, я прям грудью на амбразуру кидался, что такого не может быть. Я даже снял ролик, потом выложил и начал объяснять. Дело в том, что до известных пределов можно перераспределить металл. Вот я на роликах много видел, сам думаю. Даже самопал в таком большом количестве. Да? Да. Сказать по-честному, все равно мало. Вот это вот место, прям изнутри его напрячь чем-то в кант, а прям вот хорошо надо бить, прям сильно. Или пробойником, опять же, с упором усаживать сюда. Но я хочу хотя бы вот разогнуть немножко на сегодня времени, как говорится, мало. Этому посвятить. Первоначально хотя бы чуть-чуть ее распрямить.